Как-то в гонке за новыми машинками мы почему-то забыли тему не менее актуальную. Тему автосервисов. Спору нет. Открытые новые фаршированные автосалоны оборудованы и подъемниками, и стендами. Но это в основном для гарантийных машин. А что попроще? Где? XZ? Вот вам конкретные координаты. Напротив автолидера. Что мы видим за вашей спиной? Видим новую станцию технического обслуживания спецавтоцентра МАК. Молодая, она в названии молодая, а специалисты здесь очень все такие старые, опытные. Спецавтоцентр МАК будет соответствовать своему названию. То есть на спецавтоцентре МАК будет полностью все оборудовано. Развальные стенды, самые лучшие пока в производстве. Также диагностика, шиномонтаж, балансировка, дископравный станок. Даже у нас, кроме того, что все, что можно сделать на машине, есть даже с наличия своя кузница. То есть, если желающий что-то сковать, мы можем даже сковать все, что угодно. И сковать, и поставить куда угодно. Парковка-то, смотрите, какая здоровая. А мы искренне порадовались оптимизму и целеустремленности нашего друга. Вдохнуть автомобильную жизнь в заброшенные производственные корпуса и раскрутить новую станцию. Для этого надо быть настоящим специалистом и мужиком. А такие и будут здесь работать на первоклассном оборудовании. А мы взяли под собственный контроль сие дело.